прошлую пятилетку у нас было 7 членов правления. Я бы хотела сделать, конечно, больше, 11-15, но учитывая, что вы все издалека, нужно оплачивать работу туда-обратно, дорогу туда-обратно, мы не в силах. Выберем 7. А когда будет правление, мы тоже можем вас пригласить. Председатель Совета ветеранов, мы будем приглашать, мы, я не отказываю. Вот Рылов Вячеслав Павловича. Давайте проголосуем за численность членов правления. 7 человек. Как? Кто за?